Всем привет, друзья! С вами снова Сенсенич. И я покажу вам прикольный фокус. Дорогие мои подписчики или те, кто впервые на канале, если вам понравится видео, подпишитесь, поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментариях. И еще одна важная новость. Если под этим роликом наберется 15 лайков, то я выпускаю обучение этому фокусу. Давайте сначала пару раз перемешаем колоду карт. Все готово. И теперь зритель подснимает примерно половину. И сначала я у себя за спиной выбираю любую карту из колоды, не глядя, и кладу вот так все это дело. И зритель тоже, по идее, у себя за спиной выбирает вот так вот любую карту и вот так кладет. Теперь карту зрителя, которую он посмотрел, мы убираем ко мне в стопку, а мою карту к зрителю в стопку. Теперь мы перевернем стопку зрителя, а свою не будем переворачивать. И замешаем подобным образом, создав хаос в колоде. То есть часть карт будет перевернута, и часть карт нет. Теперь давайте спросим зрителя, какая у него была карта. Он говорит, что у него был туз черви. Я говорю, что у меня пятерка черви. И давайте я просто щелкну, как весь хаос пропадет из колоды. И останется только перевернутый туз черви и пятерка черви.